Всем привет, с вами канал Art Money. Вытащила я сегодня замороженные баклажаны сырые. По-моему, они даже у меня должны быть сырыми. И такие потемневшие, ощущение, как будто они жареные. Вот, хочу их попробовать пожарить. Сейчас они у нас разморозятся. Посмотрим, какими они станут. Надеюсь, получится их пожарить. Что вообще с ними станет. Я буду жарить не все, просто вот они не отделяются. Хотела несколько штучек достать просто. Вот. И там ей мешочек другой дала, тот мешок порвался. Вот. Здесь я в мешочке буду складывать, наверное, отделю попки. Попки я что-то не знаю, жарить не хочу. Может быть, их на суп. Вот. А может даже и пожарить. Может даже, кстати, вкуснее будет. Более такая здесь все закрыта она. Будет более такая ароматная, может быть. Посмотрим. Что-то мне сейчас захотелось уже суп-пюре. Вот. Я подумала, блин, у нас в этом году тыквы не было. Вот, обычно в прошлом году, да, есть тыквы, делала суп-пюре. Кстати, у меня на канале там есть. Вот. И сейчас мне захотелось из чего-нибудь. Ну, не знаю, короче, буду думать, из чего я буду делать суп-пюре в ближайшее время. Надо будет что-то придумать интересное такое. Ну, картофельный как-то, не знаю, банально. Морковный, не знаю. Короче, вот так вот. И я там, кстати, сейчас варю морковку и картошку. У нас будет сегодня салат такой. Салат или, я не знаю, короче, что-нибудь такое. Короче, решила не дожидаться, пока они разморозятся. Положил их замороженными и положил их на блинницу. Вот она, видите, узенькая. Положил их на блинницу, решила пожарить блинницы. Короче, что-то не идти за сковородкой, искать ее неохота. У меня там такая очень старая сковородка, и мне ее приходится прятать от свекрови, потому что она ее пытается каждый раз выкинуть. Вот. А сковородка там очень-очень хорошая. Она вот как раз вот без покрытия, она вот полностью такая вот нержавеющая сталь. Вот, и она спрятана, хорошо спрятана, поэтому мне не хочется ее доставать, и пачкать ее что-то не хочется. Так, о, быстро смотрите, начали уже шипеть. Вот, сейчас посмотрим, каково это пожарить. Надеюсь, что жир сейчас тут не начнет отлетать. Не люблю, когда он отлетает. Здесь вот как-то муж яичницу жарил вот тут, вот где-то вот на панели. Если сбоку посмотреть, то там видны как раз пятна масла, и они вообще не оттираются. Я осом я пытался, ногтями пытался. Я боюсь просто эту панель содрать. Отодрать ее вообще напрочь боюсь. Ну, то, что царапается там вот что-нибудь. Хотя, мне кажется, сейчас она начнет, наверное, шипеть. А у нас есть крышка подобная. Все хорошо. Маленькая сковородочка. Тоненькая сковородочка. И огонь маленький. Так, тут у меня прям очень сильно так хорошо кипит. Я вообще люблю, когда кипит очень очень сильно. Так, сейчас даже запотеет, наверное. Быстрее закипит. Так, картошка с морковкой как раз. Для салатика нашего. А здесь будет жариться, тушиться. Наши баклажанчики. Баклажаны хочу, наверное, как пожаренные просто будут. А картошку с морковкой, наверное, мелко порежу, и будет салат у меня. Салат, туда добавлю перчик, у нас как раз вчера остался. А капуста. Капуста. Так, капуста, что у нас тут? А, капуста айсберг, по-моему, мама принесла. Айсберг, да. Капуста айсберг. Зеленый лучок свежий и петрушка. Вот. Вот так вот. Такой, короче, у нас будет сегодня ужин. Садимся мы кушать с Димой. Вот наши салатики получились. И вот они пожарились, наши баклажаны. Насколько они там получатся вкусные,
Я вам, наверное, хотя... Хотя давайте попробую. Вкусно, мягкий такой он вкус. Ну, он прям гораздо мягче, чем когда свежий, не замороженный. Вкусный. Можно, кстати, замораживать. Такой у нас салат. Здесь картошка, капуста айсберг, морковка, перчик, лучок и укроп. Да, надо было, наверное, еще яичко сварить. Было бы здорово, наверное, вкуснее. Ну, где морковка, где вареная морковка, салат прям обалденно вкусный. И также специи. Кориандр, чесночок сухой молотый. Вот, и соль чуть-чуть. И мы садимся кушать. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.